Месяц назад из-под завалов на Троицкой достали последние тела погибших в трагическом пожаре. Сейчас студенты экономического колледжа учатся здесь. Давайте проверим, научила ли трагедия беспокоиться о детях. Указатели выхода запасного. Красавцы подготовились полностью. Здесь огнетушитель до 2020 года, свежий. Есть рукав, все подключено. Выход. Очень много замков, но он открыт. И это здорово. И вот снова пожарный кран. Мне нравится. Крутой арт. И музыка. Готов колледж к пожару? Не знаю. Вам проводят эвакуацию? Да, проводили. Да. Да. Никаких проблем вообще не заметил? Ну, сейчас уже нет. Все, у нас все стоит как бы. Указатель о запасном выходе есть. Вот на каждом этаже все укомплектовано, даже больше. Добавили еще огнетушитель сюда. Подскажите, пожалуйста, указано, что есть огнетушитель на двери. Есть у вас огнетушитель в кабинете? Огнетушитель есть. Отметка в 2015 году, то есть он не перезаправлялся. Идет учеба. Да, я на секунду забегаю, я не отвлекаю буквально. Я извиняюсь три раза. Расскажите, пожалуйста, о пожарной сигнализации. Я вижу, что у вас есть. Рабочая? Есть, уже прекрасно. Да, у нас рабочая. Вот мы можем подойти к пожарной сигнализации. Там есть глазок. Он должен мигать. Вот, угу. Найдите отверстие. Да, он должен мигать. Если он мигает, значит, она рабочая. Угу. У нас в коридорах стоят дымовые датчики, по аудиториям стоят тепловые датчики. У нас есть еще оповещение. То есть я могу включить микрофон на всю территорию. Угу. На каждом этаже есть громкоговоритель? Да, на каждом этаже. Ну, давайте на секундочку. Выйдите в коридор. Не-не-не-не-не, все нормально. Извините, мы просто проверяем. Сейчас там все выберут. Создали пожарную тревогу. Стыдно так, зато есть у кого брать комменты. Часто эвакуируются? Да. Все хорошо, тренинги, все слышат? Да, все абсолютно слышат. Все прослушивается. Только что вышли, потому что мы включили проверку? Да. Спасибо вам большое, что абсолютно. Вы вышли. Я видела решетки на окнах на первом, на втором этаже. Значит, мы снимаем массово. Решетки еще снимать и снимать, вот что я вам скажу. Да, спортивный зал оттуда вообще не выберешься никак. Не были случайно в корпусе на Троицкой вы? Я не видела. Я там редко бывал. Мы там были один раз в неделю, и при нас не проводились эвакуации. Мы ходили только по одной лестнице, а вторая лестница, половина была закрыта. А никто из ваших знакомых, друзей не был во время пожара там? Одногруппники были, остальные не успели зайти в колледж. Что-то рассказывали, как это произошло вообще, как они поняли, что пожар? Вроде как говорили, что дым начал идти с окон, и они поняли, что горит что-то. Угу. Они успели выбежать, все хорошо? Да. Сказали наши однокрупники, что они поднимались только на пару и начали бежать, что-то они там, никто толком не помнит из-за того, что была стрессовая ситуация. После Троицкой здесь что-то изменилось или так же? Конечно, у нас была проверяющая из службы ДСНС, предписание написали, мы сами начали устранять до них. Нам дан срок до 21 января, и мы сейчас устраняем. В этот момент я занимаюсь, обновляю поэтажные и покабинетные планы эвакуации. Обновляю. По кабинетам огнетушители просрочены каждом, или без нет, отметок? Нет. Мы сейчас закупили практически все новые огнетушители. Посмотрите, вот свеженькие. Так, 2013 года. Стоп. Спокойно. Последняя отметка в 10-м месяце. Может, тут есть... Спокойно. Давайте сюда смотреть. А, вот прям свежий. Давайте. Да, есть. До 19. Да, это пожарный путь эвакуации. Хоп. Проходите там за движкой, вы выходите на улицу. Это запасной путь эвакуации. Угу. Открыто. Ура. Хотела бы спросить, сколько детей из Троицкой в связи с пожаром перевелось в ваш колледж? После того, как случился пожар, через несколько дней мы просто предоставили им всеми аудитории. Они у нас занимались до 27 декабря. Вот эта дверь, которая на лестнице закрыта, за нами тоже следят. По поводу вашего колледжа, готов ли он к пожару, в принципе? Вы знаете, к этому никогда нельзя быть готовым, потому что действительно все меры предосторожности, все принято. Я не знаю, у меня есть огнетушитель. У вас есть, да? Да, вот. А, все, я вижу.
Здесь зато старый, прямо вот даже древний. Огнетушитель. Пожарный выход, ключи находятся на вахте. Выходы у вас пожарные закрыты. У нас сейчас занимаются только 3 группы. Этого достаточно, чтобы выйти и там, и там. Указателя запасного выхода нет даже на лестнице. Такого вообще еще не было. Видите, вот ключи на вахте выхода. Вот, видите, отдельно. Вот. Здесь выход налево, и вот выход. И лопата, класс. Все, все здесь у нас есть. Вам открыть? Не, спасибо. Я знаю, что вы можете открыть. Просто нет, сможете ли вы его открыть во время пожара, быстро сюда прибежав? Мы открываем каждое утро. Ну, в любом случае, в здании есть люди, значит, должен быть открыт. Скажите, пожалуйста, по поводу огнетушителя. Есть у вас вообще? Конечно. У вас есть здесь в кабинете? Да, в каждой аудитории, в каждом кабинете, везде есть огнетушители. Вот мы сейчас в аудитории. В каждой аудитории есть огнетушитель, да? Его нет. Нет огнетушителя. Мы вчера были просто в нескольких аудиториях, огнетушителя не было. У нас были в нескольких аудиториях. Да, а конечно. Когда это вы были и из чего, так сказать, разрешение выходили по аудиториям? Ну, мы не спрашиваем разрешения, мы очень просто зря. Инспектируем. Ну, я понимаю, что зря, но значит, вы мне сейчас говорите, случае, что каждая аудитория есть. Я вообще не есть. Намерена больше отвечать на ваши вопросы. Здесь реально какой-то БДСМ, по-моему. А ведет к этому ко всему куча хлама на лестнице. Ой, извините, подержите секундочку. Держи. Кто ты меня хочешь? Одну секундочку. Извините. У меня целых 2 микрофона теперь. Нужно так делать.